как бы оно ни сложилось, но сегодня на поле нужно отдать все. Все отдать за стрел. Только победа. Синее, бело, голубое небо, пище вместе, смело, солнце светит нам жизнь. Мы сильнее всех. Если я принял решение, как они то я вижу там, как стану. Я могу сразу прямым ударом пробить, да? Не бояться, игра. Не бояться. Опа. Всем привет. Это... Какая поддержка. На них пришел смотреть защитник сборной России. Реванш надо взять. Здорово. А на серию пенальти меняется, кругового выпускаем. Нам это причем, правильно? А чем усы накрашены? Мне вот чисто интересно. Да, бровей, Клаш. Потому что соперник идет, видит, и пугается, и бьет только в них. Поэтому проблемы с головой, в принципе, как вы могли заметить. Вот. Бежал, чтобы поддержать команду болельщиков в них. А, вот это, да? Сергей Богданович, в курсе, что ты сбежал? Главное, это стрелка. Главное, это стрелка. Реально, молодец, молодец. Будешь меня поддерживать тоже на броне. Женя, до меня рабочий. Оп. Кто сегодня победит? Синий, синий, синий! Давай. Мы Амкаловы нет. Топовая атмосфера. Кто говорит в кругу у Зеники в основе? Иностранцы, наверное. Ну да, Миша Кир что-то говорит постоянно. А когда иностранцы говорят, что русские такие, типа... Угу. Ну, типа, там, такие, знаешь, как... Давай. Струн, там. Давайте, парни! Чтобы вы понимали, Круг полностью смотрел первый матч, писал комментарий. И заказывал песню, как она называется, «Монако», что там, как там? «Зачем солнце, Монако»? Если мы выиграем, но мы проиграли. Вот они. Эти, серьезно. Вот они. Так, настрой. Отлично. Хорош, бат! Батон, хорош! Иди! Да, кинь! Это шикарно. Хорош, ну, зам! Давай! Арсен получает практику перед Челси. Хорош, Макс. Илюх сам. Без фола. Ты что, ты с кого болеешь вообще? Даже если да, то я нет. Я просто понимаю футбол. Знаешь, что у нас с Прокопом один парикмахер? На мне тренируется, на нем уже все нормально делает. Хорош! Жми! До конца! Тренер, пару слов туда-сюда. 1-0. Пока все нормально. Ой! Было опасно, друзья, было опасно. Здорово! Миш, какой у тебя вообще любимый десерт, торт? Десерт или торт? Ну, десерт-торт. Медовик. Медовик, а ты медовики любишь, чтобы он по суше был, или он прям мягкий-мягкий, чтобы был? Ну, мягкий. Вообще, кто-нибудь такое у него спрашивал, сколько интервью человек давал? Панчо тоже вкусно. Панчо! Я на день рождения всегда кушаю, мне мама покупает. Я в детстве всегда выковыривал ананасы, а сейчас уже более-менее. А сейчас ананасы любишь? Да. У меня просто была штука, что я переел эти консервированных ананасов, перепил, потом 3 года их не ел. У тебя как? Мне не так. А с киви как отношения? Абсолютно прикольно. А с девушками? Там такой сейф, там батонище! Сам! Сам можно! Право есть! Да, ты просто молодец! О! На замахе под себя! Давайте второй замах! Товарищ судья, забили же! 20-я минута, Миш. Ведем 1-0. Давай, Илюша! Ну, решай! Да ёпта!
Ты только что с поля. Да. Как игра ощущается? 20 минут позади. Ну, отлично, отлично. Мы хорошо сегодня играем. Лучше надо удержать. Как будто бы очень нужен второй гол, чтобы не повторить ошибку нужен первого матча. Нужен второй гол, да. У Ильи есть шансы, надеемся, что он их реализует. Но нет точности пока что. Нет, да, финально вот этой стадии завершения. Судья, я думаю, немного московский, да, поэтому поддерживает своих. В общем, очень нужен второй гол, чтобы снимать все вопросики и уже спокойно забивать третий, четвертый, да, и двенадцатый. Да. Работаем над этим. 3-2, быстро так. По-русски, да! Шутки в сторону. 2-0, 25-е. Прямое включение. Красавица, хорошо. Че, рассказывай. Полностью доминируем над «Динамо». Сдутые какие-то моменты, конечно, на наших ошибках. И сейчас ошибки в фронтальном уберем. Я думаю, еще 2-3 забьем точно и закончим. Это наша игра, парни. Спокойно, спокойно. Здорово. Давайте, пацаны, повеселее. Давай. Комментарий по первому тайму. Че, уверенно, выиграем 2-0. Батон легенда, сыграл на 0. Мы выиграем 3-1. Ура! Не, я думаю 5-0. Я за. Давай. Все, да не трогай мячики. Я думаю, что ты видишь это. Ну, на три, я говорю, на четыре, как мы договорились. Смотри, а там и без тебя справляются. Я не понимаю, да, уже 12 минут осталось. 11 минут. Бортезо, в основу. Ты видел момент? Видел. Ты видел, где Шунин стоял? Около штанги. Кэп. В игре. Стараемся, бьемся. На победу за нами, я уверен. 10 минут осталось. Ничего страшного, парни, выстрелите, второе дыхание откроется, будет замечательно. Сколько у тебя дыхания сегодня? Сегодня 4. Илюха, сколько осталось? Осталось еще 2. Хорошо. Ну, парни справятся сами. Ты же не выходил пока. Не выходил. А дадут выйти? Да я надеюсь. Осталось 7 минут до конца матча. Весь состав может быть. Уже можно. Хорош, кипер, лучший, блин, просто. Хорошо, что играет. Батон! Погубничка, батон! Вы лучший просто. Хорош, батон! Быстрее! Давай, лети! Лети, дворяк! Да не надевай, зачем? Дай! Да! Браво! Да! Мы выиграли. Легендарный батон, не хлеб. Но Бортез был, конечно, сегодня. Не подражаем. Очередь из фанаток. Макс Сергей Богданович, надо присмотреться. Тренером. Ко мне. 2 минуты. 0 касаний. 2-0. Здорово сегодня было, здорово. Вот это, посмотрите, это лучший клуб. Нет, просто лучший. Заслуженная!